Погода, наконец, порадовала нас долгожданным теплом, и мысли об отдыхе теперь посещают все чаще. Близится сезон отпусков. И главное, в это время не сбор чемоданов, а паспорт. И в первую очередь необходимо проверить срок действия документа. Особое внимание детским паспортам. Их необходимо менять каждые 5 лет. К слову, до 14-летнего возраста эта процедура бесплатная. Необходимо помнить и о том, что при выезде за границу в ряде случаев нужно иметь специальное разрешение. В случае выезда несовершеннолетнего ребенка с одним из родителей, согласие второго не нужно. В случае, если ребенок пересекает границу с бабушкой, дедушкой, либо другим, значит, родственником, нужно ребенку оформить согласие. Этот документ можно оформить как у нотариуса, так и в Управлении по гражданству и миграции. В этой инстанции, к слову, лето – особенно горячая пора. Ведь резко возрастает количество желающих заменить паспорт. Самым приятным поводом для этого становится замужество с последующим изменением фамилии. В этом случае паспорт становится недействительным, а потому отправляться в свадебное путешествие надо не в первый день семейной жизни, а через месяц. Таков срок выдачи нового документа. В досрочном порядке паспорт будет готов уже через неделю. Досконально изучить собственный паспорт необходимо тем, кто отправляется отдыхать в страны Шенгена. Если паспорт выдан более 10 лет назад, данному гражданину не откроют шенген-визу. Также же шенген-визу не откроют, если в паспорте будет менее 3 чистых страниц. Либо до окончания срока действия паспорта будет 3 месяца.